Привет всем! Я рада вас приветствовать в нашей кулинарной школе Lab Food. Меня зовут Ирина Семина, я кондитер 5-го разряда. Сегодня мы с вами будем готовить наш пасхальный стол. Посмотрите, сколько всего мы с вами приготовим. Вы научитесь выпекать 4 вида кулича. У вас будет 2 вида глазури. И творожную пасху мы сделаем тоже 2 вида. Одну ванильную в белом цвете и будет ягодная. У нас будет вишневая. Вы научитесь выпекать самые воздушные, самые прям правильные куличи, которые, посмотрите, они принимают форму, да, мы их сжимаем, но при этом они обратно отпружинивают и принимают форму, ту, которая была раньше. С нами вы научитесь готовить правильные куличи, вы научитесь их замешивать, вы научитесь печь как дрожжевые куличи, так бездрожжевые, творожные куличи. Мы вам дадим проверенные рецепты, там будут четкие граммовки, чтобы у вас получилось все на 100%, вот как у нас. С такими куличами даже не стыдно сходить в гости, подарить своим друзьям. Этот курс, прям он, наверное, божественный, да, потому что у нас будет Пасха, да, и мы все ее ждем, мы к ней все готовимся. У нас был пост, да, очень большой. И с такими куличами будет прям, ну, не стыдно сходить в гости и в церковь на освящение куличей. Мы рады видеть вас на нашем курсе. Это курс по пасхальной выпечке. Вместе с нами вы научитесь готовить высокие, пышные, разновидные куличи. Давайте скорее начинать.